если посмотреть путь, который пройден, как и у любого офицера, от курсанта, от лейтенанта до определенных степеней, званий, должностей, то понимаешь, что это действительно трудный тернистый путь, за которым есть, как безусловно, как и у каждого, какие-то промахи, какие-то просчеты, так и победы. Есть главный успех. Успех очевиден, потому что есть успех у своих подчиненных. Благодаря своим подчиненным, нашим вообще подчиненным, генералы получают это высокое звание. Это доверие, это высочайшая ответственность, это заслуга всего коллектива, ну и, конечно же, отмечено министром обороны и главнокомандующим Республики Беларусь. Но за этими высокопарными словами стоит действительно тяжелая рутинная работа. Но самым главным виден тот труд и тот результат, который мы достигли, именно ВВС войска ПВО. А главный труд нашего вида, главная решенная задача – это мирное небо над Республикой Беларусь.